Я вела очень активную студенческую жизнь. Я рада, на самом деле, что меня за это вознаградили. Таких, как Лилия Губаева, сегодня называют молодой интеллектуальной элитой Оренбуржья. Лидеры в учебе, спорте, общественной жизни. Сегодня более 800 выпускников Оренбуржья пополнили так называемый золотой кадровый состав области в бумажном переплете. Справочник «Лучшие выпускники 2014 года». Дворец культуры России стал площадкой для его презентации. Первый этап позиционирования – это сегодня. Где эти молодые люди почувствуют силу и обретут крылья. И нам бы хотелось, чтобы это были бы отличные руководители, это были бы отличные губернаторы, министры, управленцы, люди, которые сегодня представляют развитие и вектор развития Оренбургской области и России в целом. Справочник давно стал своеобразным кадровым агентством. Сегодня представители крупных промышленных предприятий, руководители среднего и малого бизнеса активно используют справочник для подбора талантливой молодежи. Я считаю, что это очень замечательная идея создания такого справочника. Для работодателей я считаю, что это облегчит задачу в выборе работников. Ежегодно издаваемый справочник выпускается в Оренбурге с 2003 года. За это время на его страницах были отмечены более 13 тысяч молодых людей из 70 учебных заведений области. Светлана Семенина, Владимир Жидов.